сегодняшнее воскресное утро нас радует тем, что мы с вами отправляемся в путешествие. В путешествие по Европе. В частности, это будут прибрежные места, это будет морской отдых. Проще говоря, я год где-то не была на море, очень жду с нетерпением этого момента, когда я уже окунусь в соленую водичку, потому что была на озере, но озеро это все не то. И, значит, куда мы едем? Мы отправляемся, первый пункт назначения это Форте, и второе это Портофино. Итак, чем же отличается европейский прибрежный курорт от малазийского, тайского, турецкого? Тем, что багажа нужно брать с собой побольше. В этот раз я отправляюсь на машине, то есть я могу взять с собой вообще все, что угодно, практически все, что у меня есть, да, но я беру все-таки лучшие свои вечерние платья, потому что в Европе есть где их выгулять на самом деле. То, что вы не можете сделать ни в Таиланде, ни в Малайзии, ни в Турции. То есть немножко другой стиль жизни. Здесь это такие курорты, как Монако, Портофино, Сан-Тропе, Ницца, Канны, Форте тоже самое. Это места те, где как раз можно наряжаться, можно себя показать и на других посмотреть. Самое приятное для девочек, я считаю. Итак, что я взяла с собой? Я взяла с собой чемодан один, в который вошло все, практически туфли и всякие футболки, шорты, джинсы. Я взяла багажную сумку, где находится ноутбук и еще всякие спортивная обувь и какие-то еще мелочи. Далее я взяла вот такую сумку. Эта сумка подходит хорошо также для пляжа, но сюда я с собой умещаю обычно всякие зарядки для телефона, тоже всякую всячину, всякую мелочевку. В руках со мной едет моя любимая сумочка, тоже довольно объемная. То есть... С собой у меня в сумке, как правило, это очки. Футляр всегда лежит, портмоне, соответственно. Обязательно я с собой ношу вот такой крючок, чтобы можно было всегда подвесить сумочку где-то в ресторане, да, если нет стульчика специального для сумки. Очень удобная вещь. Можно, кстати, в Италии также в Венеции посмотреть из-за Мурано стекла. Красивые есть вещи. И еще вот такая маленькая всегда шкатулочка с собой. Сюда я складываю витамины, либо какие-то пилюли, которые необходимы мне в самолете, в путешествии. Ее мне подарили в Риме, в магазине, когда я делала покупки для дома. В общем, ну, в принципе, все самое основное, что я с собой ношу. Ну, там уже документы и так далее. Вот такая женская сумка, как обычно. Самое главное, это вот такой чехол, да, то есть, в принципе, с ним можно и летать, но в машине это, ну, как нельзя удобно, и все платья можно сохранить, не помявшись, то есть, все вечерние платья я обычно умещаю вот в такой, чехол, вот здесь можно видеть разные цветные платьишки, которые уже ждут своего выхода в свет, и плюс ко всему этот чехол можно вот так вот запросто сложить, он трансформируется, зацепить на петельку и повесить в машину, и чтобы он никому не мешал, и вообще это все классно и удобно, я считаю. Так что не пренебрегайте в своем гардеробе такими чехлами, они всегда пригождаются и в перелетах, и в простых поездках. Что еще? Из косметики я не брала практически ничего, взяла только лишь в основном уходовые средства за волосами. Это все защитные кремы, масло и так далее. Ухаживаю в основном за волосами, лицу даю отдохнуть. Вы знаете, что сейчас я пользуюсь очень мало. Взяла лишь один с собой увлажняющий кремушек из аптеки, который очень люблю. Вот, и все, в принципе. На мне сегодня футболка имени меня дизайнерская. Дизайнерские джинсы Ralph Lauren. Вместо ремня я использую платок, если вы видите это. И босоножки, о которых уже все спрашивают в Instagram. Sono Italiana. Причем написано на английском. Какой-то креативный был странный код для названия бренда. Ну, в общем, думаю, что такие босоножки не продаются в России. Поэтому будьте в Италии, обязательно смотрите на итальянскую обувь. То есть можно найти то, что нигде нет в принципе в мире, и очень удобно, и комфортно, и доступно по цене. На голове я заплела косоньку, вот такую вот с двумя резиночками, два маленьких бантика, один черный, здесь вам видно, другой белый. Думаю, что эта косонька скоро перерастет плавно в небрежный пучок, потому что слишком жарко на самом деле, я еще нахожусь в теньке, но уже невозможно. Очки мои любимые Марк Джейкобс, такие локаторы. Обожаю их. В последнее время вообще мой must-have, я их ко всему надеваю, потому что классическое сочетание черного и белого подходит ко всему. Ну все, дорогие друзья, мы с вами в сборе, и давайте, наверное, уже отправляться. На мойку нужно помыть сначала машину перед поездкой, потому что путь не близкий, первые 2 часа точно без остановки. Там мы с вами уже дальше посмотрим, что будет происходить. И до встречи. Пока.
цели еще часика два. Невысокие, в такую жару все еще лежит снег. Приехали. I thought I heard the captain's voice.